И подробности оползня в районе 411-й батареи. В мэрии отреагировали на инцидент. Ликвидировать последствия и укреплять склон городская власть не будет. Чиновники договорились с компанией, которая строит жилой комплекс «Клаб Марин» как раз над оползневой территорией. В организации якобы обязались провести все укрепительные работы за свой счет. Мы можем сказать, что эти мероприятия производились некачественно, соответственно, необходимые проведение мероприятий, направленных на стабилизацию ситуации в данном месте, с учетом, наверное, разрабатывания необходимой проектной документации и выполнения этих работ. Проведены переговоры, и организация, которая проводила работы по строительству данного жилого комплекса, готова взять эти работы на себя и выполнить их за счет небюджетных средств. Комиссия в составе профильных управлений городского ГАСК установила отсутствие проектной документации для подрезки склона. О каких-либо санкциях в отношении компании-застройщика речь не идет. Напомню, почти 1200 квадратных метров склона сползли вниз, едва не раздавив частные дома у моря. Местно уверены, виновны в ситуации именно строители, поскольку в течение недели они сваливали на склон тонны земли.